Все-таки Рождество – это потрясающий праздник. Это очень красиво. И всегда надежда на лучшее. Щелкунчик. Ящик для пожертвований. Не все могут отмечать Рождество. Фотоместо. Тоже с ящичком для пожертвований. Просто в детство впадаешь, хотя в нашем детстве такого не было. В этом году, правда, почему-то паровозик не ходит. Все остальное на месте. Баден-Баден отмечает Рождество, точнее готовится к нему. Сегодня суббота, поэтому народу очень много. И погода хорошая, тепло. После нескольких морозных очень дней. Елка из мишек. Отель «Латерн» из мишек и моно-золотая елка.